Промеж них пыталась проехать, зацепила Volkswagen. Я понял. А пострадавшие? Пострадавшая женщина сзади сидела, не пристегнутая. А водитель, в принципе, не пострадал. А как вообще произошло? Ехал прямо, тетка заворачивает, начала разворачиваться. Прямо вот так боком встала и стоит. Я уходить дальше, влево, потом влезла, машину в канал. А скорость нормальная была? 80-90 пришел. У меня ребенок второе получил, это поменял водатчик. Она уже по определению не ездит. Угу. 100 на 110 это водогнал. Понятно. Да. Понятно. Ну а пострадал кто-то? Женщина в машине. С вами ехала, да? Угу. По своей полосе она вывернула. Так, она разворачивается. Разворачивалась, прям передо мной нырнула вот так боком. Угу. И все. Понятно. А это уже просто зацепили? Она здесь просто стояла. Да.